В эти дни в регионе продолжается акция «Мы вместе». Главная цель – обеспечить представителей старшего поколения продовольствием. О том, что входит в набор продуктов первой необходимости, как происходит доставка и можно ли еще подать заявку, расскажет Екатерина Дементьева. Меня Никита зовут, я волонтер. Мы вам продуктовые наборы привезли. Никита Янчев и Евгений Торопов сегодня должны вручить продуктовые наборы 41 адресату. Еще порядка 150 наборов в городе и 300 в поселке Искателей будут развозить другие добровольцы. У каждого есть инструкция и списки адресов, а главное – желание помогать. Развозим продукты на личном транспорте. Ну так вышло, случилось, что волонтеры, в принципе, помогаем, чем можем. А плюс, естественно, это все СИЗы, средства индивидуальной защиты, маски, антисептики, перчатки. То есть будем осуществлять доставку, не касаясь людей, ну, не контактируя с ними. Всероссийская акция «Мы вместе» реализуется под началом движения «Волонтеры-медики» и ОНФ. В нашем регионе проект работает также при поддержке отделения Российского Красного Креста, Волонтерского центра «Единой России», ветеранских общественных организаций и администрации Ненецкого округа. Сегодня, в период пандемии, наши бабушки и дедушки, то есть жители 65 лет и старше, находятся на самоизоляции. И правительство, чтобы поддержать наших граждан, значит, запускает акцию, снабжает наших жителей продуктовыми наборами. Соответственно, бабушки и дедушки не пойдут в колл-центры за этими наборами. Для этого есть неравнодушные жители, волонтеры, депутатский корпус, глава, то есть все жители, которые так или иначе будут принимать в этом участие. На данный момент продуктовые наборы уже получили порядка 2000 жителей региона старше 65 лет, в том числе и в муниципалитетах. В набор входят самые необходимые нескоропортящиеся продукты. Среди них есть консервы, крупы, масло, чай, сахар и другое. Общий вес пакета примерно 10 килограмм. Несколько часов личного времени и немалый физический труд – добровольная инициатива. Ведь, как признаются волонтеры, лучшая награда за их помощь – это эмоции людей. Люди адекватно реагируют и очень рады этому. Некоторые даже еще не очень, ну, не совсем рады тому, что им привезли продукты, а больше рады, что общению. Ну, некоторые пожилые люди, они все время одни находятся, все у них дети разъехались, и самое важное им для них это общение. Они даже приглашают там вот на чай, но мы отказываемся. На сегодняшний день сбор заявок не окончен. Те, кто не успел обратиться за помощью, могут позвонить в колл-центр по номеру телефона 21690. Содействие по формированию списков пенсионеров также оказывают ветеранские организации и главы сельских муниципальных образований. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север».